Давай честно, хоть раз хотел ли ты поиграть в GTA, но чтобы все действия происходили в России? Да еще и онлайн с другими игроками из России, Украины, Белоруссии и других стран СНГ. У тебя есть такая возможность? Amazing, криминальная Россия с голосовым чатом и режимом игры определенного персонажа уже ждет тебя. Это целый мир из русских городов, деревень, отечественного транспорта, потрясающей атмосферы и безграничных возможностей. Начни играть прямо сейчас, бесплатно, скачав игру по ссылке в описании. А используя мой промокод при регистрации, ты получишь 50 тысяч рублей на 5 уровне и 100 тысяч рублей на 10. На эти деньги можешь спокойно купить себе квартиру, ну или же недорогой автомобиль. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Доня, также Димка. Мы находимся в GTA 5, и это шоу Эксперименты. Всем привет, ребята. Итак, ребята, сегодня мы устроим спуск без тормозов, и для этого сегодня мы приготовили очень много прикольных тачек, в том числе парочку новых, новенькие джипы, новенькие BMW. И, ребята, в конце нас ожидает самый топчик. Это управляемый колесо, ребят. Это, я думаю, что будет прям настоящий топчик, поэтому Димон под самый начал хватать первую машину, и уже будем готовиться к первому прыжку. Да, ты бери сейчас рам, я беру сейчас вот этот, вроде бы этот джип какой-то, это, Рубикон какой-то, если не ошибаюсь. Короче, прям, ну, пушка, тачка, поэтому, ребята, сейчас я заправлю нитро, и уже будем стартовать. Итак, ребятки, мы готовы к первому спуску, и Димон, погнали! Так, ну что же, пикап, а также, это вроде бы, ну да, Рубикон какой-то, если не ошибаюсь. И, короче, ну, офигеть, мы упали прям по самое начало. У меня минус тачка сразу. Кстати говоря, да, тихо-тихо-тихо, на колеса. Так, ребят, напоминаю, что в этой рубрике мы можем колесами управлять слева вправо, но газ и тормоз нажимать нельзя. Давай-давай-давай, еще раз с раскачки. Давай-давай-давай-давай, ой, кубарем. Чё? Давай! О, поехал! Поехал, да? Да. Я вообще-то не понимаю, как мне сейчас стать... Как мне сейчас встать на колеса, чтобы поехать прямо? Да встань ты на колеса, пожалуйста. Давай. Я встал передом, кстати. Я тебя догоняю. Диман, подтолкнешь? Тебя подтолкнуть? На. Оу! От души. Еще подтолкнуть? Дальше я сам, наверное, как-то... Оу! Так, нормально. Тихо. Да куда ты? Куда ты? Поехали. Боже, опять я... Все нормально. Я поехал. Вот, наконец-то я поехал мордой вперед, такая, видимо... Ненадолго, тот угол. Спасибо. Диман! Передаем за проезд. Диман, ну что ты тут стал? Да. Ладненько, короче, ребята, пока тачки оставляем здесь. Но они так-то ехали не то чтобы уверенно, так как-то очень непонятно. Поэтому ясненько, меняем тачки. Впереди у нас, сейчас посмотрим, что вроде бы там. Ах да, Димон, сейчас ты берешь, получается... Вок, я беру новенькую BMW M5. Ты же там живой, нет, там что-то просто упал с земли. Прям, ну, что у меня, что у тебя прям пушки, тачки, поэтому, в принципе, я готов уже, и на 4 я стартую. А поехали тогда. Так, давай. Слушай, ну, бэха прям хорошо разогнала, в принципе, скорость. У меня так лениво. Но она в тебя хорошая подвеска, я знаю. А вот уже не всем нужно идти в школу с утра. Так, ой. Печально. Да, ребят, вы пока в комментариях напишите, входите ли вы сейчас в школу. Вот это будет нам интересно узнать. Да. Так, кстати, я встромился на елку прямо крышей своей по центру. От крыши все... Как бы все, да, все, ну с ним. Вот, нормально. Да, главное, сделаем здесь, наверное, прыжок, чтобы объехать затор. И я объеду. Я прямо сверху на твой рам приземлился и кое-как поеду. Я тебя протолкнул, я тебе Ну да. Ты там где едешь еще, скажи? Медленно. Лениво. Слушай, а бэха так, типа, она скорость не набирает. Слушай, я встану, видимо. Скорость 16, 14, 13, 12, 10, 9, да, сейчас встану. Короче, я предлагаю тебе, может, поднять. Все, я встал. Хотя... Давай поднимем, потому что здесь что-то как куча мала. Сейчас, ребята, мы их поднимем вверх, и там уже продолжим. Итак, ребята, впереди у нас следующие тачки. Сейчас я беру Брабус, братан. Я беру Брабус, ты берешь туда СВР. И та другая тачка, по идее, могут офигенно полететь, но... По поводу вот СВР, я не знаю, но хотя и Брабус тоже он длинный. Итак, мы готовы, поэтому Диман, полетели. Давай. Офигеть, ты улетел, ё-моё. Офигеть, реально полетел. Реально просто офигеть, Диман полетел. Так, а я куда? Ой, как я больно-то приземлился, алё. Ну только не на крышу, ну можно на колёс? Да, ну... Так, нужно объехать деревья. Так, ладно, кое-как объехал. На самом деле, деревья это, наверное, самое страшное, что здесь есть, потому что деревья, как бы, от них особо-то даже рикошет не словить. Ты встал?
Ты потом посмотришь, как давай, это убого выглядит. Так я пока еще еду. Я пока еще еду. Так да, брабас. Слушай, охренеть, конечно. У меня бедная тачка уже вся куча мала. Не куча мала, а уже вся смята и. Нет? Нормально, все, проехал. Слушай, я чувствую, что это будет сейчас первое место, потому что я еду явно живее, чем BMW. О, сейчас бэху врежется. Не, не объеду. А вот здесь, как я не знаю, как пролететь, чтобы не сильно скорость потерять. Знаешь, рекорд интересный? Рекорд вряд ли. Рекорд-то вряд ли, на самом деле. Но пока еду хотя бы, пока еду. Слушай, скорость так-то прям хорошая. Так, ну в дырдочку должен заехать. Да ну! Да ну, он жирный капец какой, то есть, да даже не. Да, все, встал я. Он очень. Я не знаю, машины, которые проезжают, они, как правило, очень все большие, поэтому нифига там не втеснуться даже в этот проемчик. Ну да. Но пока. На самом деле у тебя еще лучше, чем у меня результат, если ты посмотришь, ты просто. А, да, где ты, кстати говоря, покажись. Ты у нас. А, да, ну вот так вот просто вас сам. Просто посмотри, да, как да. Говорится. Счастье было. Проехал бы чуть дальше, может быть, скатился бы вниз в кучу малу. Хорошо, ребята, меняем тачки. Впереди у нас. Сейчас посмотрим, что впереди у нас. Так, а Диман, бери любую. Что тебе больше нравится, скажи, Хаммер или же Сильверадо? Ну, наверное, Хаммер. Бери Хаммер, тогда я беру Сильверадо. И та другая тачка имеет офигенную. Так я сел не в ту машину почему-то. И та другая тачка имеет офигенную подвеску. Итак, ребята, мы в принципе готовы к прыжку. Поэтому, Диман, погнали. Еху. Ну, на самом деле, я думал еще как-то вправо немножко улететь. О, я прямо в проемчик пролетал. На колеса. Врелся? Ну, не, я нормально еще еду пока. Давай, Сильверадо. Так. Братан, обогнать тебя. Че, устроим страйкерские гонки? Давай, по оффроду, тихо, давай. Тихо. По спуску. Давай. Слушай, на самом деле, прям, очень как-то прям мне жалко свой Сильверадо, он так бьется просто. А можно как-то вперед? Не осталось. Вперед можно как-то мордой? Ладно, я хотел развернуться так же, как и ты, но не получилось. Да? Не дает меня. Ты что, встал, что ли? Нет, я еду. А, едешь еще? О, как хорошо. Давай. О, хорош так прыгать. Да ёб твою мать! Опять задом. Давай, поехали. Вот отличненько, я поехал мордой вперед, Сильверадо. Могёшь? Я развернулся, слава богу. Я бэху подтолкнул немножко. Здесь я пролетел. Ну, как хочешь. Почему ты задом? Почему? Мордой. Да. Я умею летать. Я проехал затор. Так, я поехал. Давай. Потому что скорость, в принципе, нормальная. Так, не цепануться. Братан, ну, это мой личный рекорд. Я не знаю, кто был дальше и где был дальше, но это мой личный рекорд сегодня. Вообще, за все время. Почему они такие жирные? Ты просто посмотри, где я, короче. А ну-ка. Видишь, где? А, я да, помню. Я, кстати, вот тут, по-моему, я был не знаю, но... Вот тут как раз таки тоже я на Сильверадо. А, да? Ну вот я не знаю, то есть это либо мой, ну как бы это общее, либо мой личный рекорд. Ну мой точно, а общее не знаю. Вот, но ты застрял, получается, да опять-таки в проезде. Да, но они же толстые, потому что, да, я тоже, да. Благодаря тому, что, в принципе, скорость была небольшая, так, я хорошо проехал. Поднимало. Да, подними его так. А у нас, получается, сейчас следующие тачки. И, братан, здесь два чита. Здесь Бугатти и Ламбо. Наверное, они, в принципе, я возьму Ламбу, а ты, наверное, бери тогда Бугатти. Я взял Ламбу, Димон взял Бугатти. И мы, в принципе, готовы. Сейчас мы станем на стартовую линию таким вот образом. И, короче, ну что, поехали. Давай. Ебой! Так, я, походу, слушай, не туда прыгнул. Да, я тоже, кажется. Главное, слушай, на ту сторону нет, горы не перелететь. Нет. Ну, я на ту сторону точно не перелечу, но я очень хорошо скачусь, походу. Ага. Где-то я это уже видел. Так, слушай, вот это вот тоже мне такая картина знакомая. Сейчас главное не встать резко. Ау! Ну, да. И давай. Да вот и вот, ну как это возможно? Поехали. Не, слушай, почему-то с накатом машина. Вот почему-то читы с накатом вообще не идут. Я не знаю, почему они тупо стоят, на месте и все. Я ты еще едешь? Да о, нифига ты едешь. Лечу, нифига смотри. Ты едешь так-то. Смотри. Что за новая стратежия такая здесь справа? Нифига ты проехал. Все. И встал в дерево, йоу. На самом деле, буквально.
кажется, ты лучше, она не поехала, чем... она накатом тоже тормозит. Ну, наверное, да, с накатом почему-то читы останавливаются. Но это, в всяком случае, лучше, чем моя Бугатти, вот, чем моя Ламба. Так, ребят, впереди у нас две тачки, братан. Я сейчас тебе, получается, Магнум, ты берешь сейчас Хамейдж. И та другая тачка тоже, по идее, обалденная. Но ты не знаю по поводу Хамейджа, что нас может показать. Сейчас посмотрим. Так, а я тогда сейчас, в принципе, уже готов. И Магнум, поехали, полетели, так. Половину пролетит точно. Ну да, он, по идее, может. А, слушай, ну, конечно, сейчас я кручусь прям. Прям кручусь, верчусь, запутать так, хочусь. Все, можно? Ау! Так, нормально, нормально. Слушай, офигеть, я полетел. Офигеть, я полетел. BMW. А да? Разгоняется ли? Да, разгоняется вроде. А с накатом поедет? Нет? А с накатом поедет? А с накатом Магнум. Давай, давай, поехали. О, слушай, ну она зацепилась. Ой, и поехала. Хорошо, она поехала. Да, блин, много скорости. Надо, конечно, скорость сильно не набирается, потому что, видимо, машина тяжелая все-таки. Слушай, ну я иду хорошо. Ямана едет, что? Так, я развернулся. Ну как развернулся? Перевернулся. Сейчас главное вписаться так, а и... Развернуться? Блин, все, поехали. Скорость потерялась сильно, и я встал в туннеле. Ну слушай, я сейчас поднимусь, наверное, наверх. Блин. Пока это третье место получается, я думал, у нас. Накатом или как? Она поедет, но Хамейдж... А, не. Это не третье место, это четвертое место получается. А ты где, скажи мне? Да вот я встал. А она ты тупо у нас... остановилась, когда ехала. А, я понял, да. Ты буквально не доехал немножко до BMW. Слушайте, ну пока получается интересненько. Впереди у нас новые тачки следующие, получается. Какие у нас здесь? Так, ну ты бери любую, Сену или Аперту. Что больше ну, нравится, бери. Ну бери Аперту, я тогда беру сейчас Сену. И, слушай, ну все, я в принципе уже тогда готов. Нитро есть у тебя и у меня. И сейчас мы уже с Димоном поедем прыгать. Димон уже полетел, я тоже разгоняюсь. И прыжок! Еху! Я что-то вижу внизу оранжевое. Это, по-моему, ранжак мой? Да. Нет, слава богу, я не туда. Так, а я сейчас на... Воу-воу-воу, ну офига, какой вертухай! Ема! Ема! Так. Тихо-т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 ихо. Поехали, стена. Только не в угол, только не в угол. Нет, ты стой, я могу поехать. Не-не-не, я поехал. Так, сейчас разворачиваемся красиво. Нет, некрасиво. Ну ладно, поехал дальше, что она с накатом разгоняется. Она разгоняется с накатом. Боже, она вроде разгоняется, тормозит. Мне бы как-то развернуться бы сейчас на самом деле. Как-то бы развернуться. Да ну как так ты в камень? Да вы чё, серьезно? Ну нет, ну. Она так хорошо ехала с накатом и тупо врезала, даже обидно. Лампу поставил, уберите. Нет, не уберем. Слушай, ты идешь не быстро, поэтому есть шанс у тебя прям заехать в дырдочку. Я остановлюсь на очень скорость. А, думаешь? А, да, прям теряешь, да, я все встал. Чуть-чуть пойдем. Да. Хорошо, ребят, впереди у нас последний прыжок на сегодня, и там у нас, братан, я беру управляемое колесо. Я даже готов за тебя пострадать и проехаться. Ну, короче, ребят, о, посмотри, короче, как. Посмотри на него, посмотри. А, подожди, ты прям... Сейчас, ребята, я поставлю нитро и там уже продолжим. Итак, друзья, в принципе, мы с Диманом уже готовы. Я на колесе поехал. Вот я так скатывался. Напишите в комментариях. Ё-моё. Да, кстати говоря, кто был так вот, пробовал такую тему, типа в колесе скатываться откуда-нибудь, то в комментарии, да, пишите. Так, слушай, нифига он так-то, типа, нормально. Нет. Но она короткая база, да, это ж не заменёнка. Мягко говоря, короткая база, на самом деле такой не по... А, я сейчас встану, что ли, или чё? Не, ну хотя бы едет еще. Ну как-то прям скорость потерялась сильно и... Так, ну я набираю. А как вообще, я не понимаю, где здесь перед, где зад, как ехать на нем? Ну, в этом и косяк. Ага, ну я поехал. Не, я реально не понимаю, где перед, где зад, но я поехал еще, пока я точнее говоря. Ты встал уже? По протектору. Ну, а, да, по протектору, ага. Ну я, не, я еще качусь. Да? Ну у меня даже так, я, короче, я реально пока не понимаю, как ехать, чтобы ехать дальше. Где я вообще, куда я вообще еду? Я просто, короче, о, вроде бы так нужно ехать, чтобы ехать прямо. Слушай, ну колесо там прям реально тащит, посмотри, оно разгоняется, прям офигенно. Ну, нормально. Только единственное, что она не управляется, а Диман, я тебя догоняю. Ну я очень медленно, но какая скорость у тебя? Со скоростью 40. Ага, ну у меня также 44 у меня, поэтому нормально, все, одинаково. Пошел. Не, ну я тут стану по-любому, тут даже хуже. Думаешь? Чем Аперта едет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, что ж ты колесико-то, так, ладно, я думаю на... Знаешь, где я припарковался? Я стоп. Поставить колесо. Стоп. Оно сейчас катится, нет? Нет. Оно просто крутится, я не понимаю. Нет, все, встану. Прикинь, я стал чисто на сене. Как это возможно? Причем оно реально крутится на месте. Что за бред? Йо.
Ну ты сделал него, да? Короче, ребята, сегодня у нас получается есть парочку лидеров. И в первую, ребята, очередь это Сильверадо, который в очередной раз ставит рекорд. Ну лично в моем ролике это рекорд. Второе место занимает Хаммер, потом... Нет, не трактор, это бот. Приехал Супермен, приехал на тракторе. Потом идет, получается, Брабас, потом уже Магнум, потом уже Аперта, но потом уже Диабло. И здесь уже тачек, в принципе, много. Тут и Сена, потом Эсток, а там уже куча мала, в принципе, начинается. Окей, ребят, такая у нас получилась. Еще колесо, да, ребят, есть. Такая у нас сегодня получилась рубрика экспериментов GTA 5. Если вам понравилось, то ставьте лайк, усики, всем удачки, всем пока, давай. Всем пока, ребят.